Сейчас к нам должен присоединиться чрезвычайно известный украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов. Олег, я вас приветствую, рад видеть в очередной раз в нашем эфире. Добрый вечер. Ну, как говорится, сегодня вам просто карты в руки во всех отношениях, потому что артиллерия, бог войны, она сейчас, кажется, занимает решающее место в ходе боевых действий. А вы же артиллерист, если я не ошибаюсь. Да, правильно, я заканчивал артиллерийское училище, и по первичной специальности я ракетные войска и артиллерия. Ракетные войска и артиллерия. Да. Так вот, действительно, артиллерия сегодня доказывает, что она все-таки бог войны. А вот я прочитал в... По-моему, Guardian об этом написал буквально на днях, о том, что действительность оказалась несколько отличной от тех представлений о новой войне, о войне 21 века, которые были в головах у многих военных специалистов, что все-таки классические каноны войны, что называется, рано было списывать, что все равно нужна артиллерия, нужна система ракетного залпового огня, нужна бронетехника и нужно обладать преимуществом значительным для ведения наступательных боевых действий как в огневой мощи, так и в личном составе. Согласны с этим? Нет, я не согласен с такой формулировкой. Почему? Потому что даже несмотря на то огромное преимущество в личном составе и технике, которое сегодня сосредоточила Российская Федерация на том же Северодонецком направлении, мы при намного меньшем количестве личного состава, но при наличии достаточного количества артиллерийских систем, мы фактически за несколько дней выровняли ситуацию почти до баланса. Вспомните еще неделю назад, насколько критическая была ситуация на Северодонецком направлении. Мы говорили с вами о вероятности угрозы окружения наших войск. Сегодня поработала наша артиллерия, и сегодня практически ни на одном направлении нет наступления со стороны российских войск. Есть штурмовые действия, да, но они пресекаются нашей пехоты при поддержке артиллерии. Олег Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот все-таки угроза окружения полностью снята? Нет, угроза окружения, к сожалению, снята не полностью. Почему? Потому что сейчас происходит, именно сейчас происходит перегруппировка российских войск. Мы видим, что понемногу прибывает личный состав не в виде подразделений или огневых групп, таких как батальонно-тактические, а просто для восполнения потерь техника приходит. И вот на Изюмском направлении, если перегруппировка будет закончена, то возможно возобновление наступательных действий на Славянск, Краматорск, а это угроза, будем так говорить, окружения Среднего кольца для группировки в Луганской области наших войск в районе Северодонецка и части группировки в Донецкой области. Поэтому угроза сохраняется, но на пока мы ее контролируем. Олег, все-таки давайте еще поговорим вот этих вот информаций от Вадима Скибицкого о ракетах Х-22, которые Россия начала массово применять, потому что якобы высокоточных уже не остается. Хотя сегодня были сообщения о тех ракетах, которые в море, и их там 40. Что для украинцев означает то, что у России заканчиваются высокоточные ракеты, но остаются вот эти вот старые Х-22? Х-22. Простите. Да, российская номенклатура в буквах кириллицы обозначается. Смотрите, дело в том, что действительно у них ракеты заканчиваются. Если помните, в одно время на 2 недели пропал Шойгу, и мы тогда гадали, судили, рядили, куда же он делся. Он, оказывается, ездил в Северную Корею, Китай и просил ракеты и у Северной Кореи, и у Китая, и у Кубы. Тоже просили ракеты. Это говорит о том, что действительно высокоточные ракеты в Российской Федерации, видимо, уже в ограниченном количестве. Мы не наблюдаем уже практически месяц, мы не наблюдаем пуска высокоточных ракет типа «Калибр» с сухопутных наземных пусковых установок
типа «Искандер-М». Остались только такие ракеты на морского базирования. И то, что вот сейчас вывели там их носители в море, корабли Черноморского флота, то на сегодняшний день залп может составлять, одновременный залп может составлять этих носителей 40 ракет. Вот на сегодняшний день находится в акватории моря в готовности пуска по территории Украины. Будет ли он полным или не полным, мы, к сожалению, этого сказать не можем. И Российская Федерация, конечно же, расконсервировала старые советские ракеты типа Х-22, но она не относится к высокоточным, эта ракета. Почему? Потому что она создавалась исключительно под ядерный боеприпас. В самый разгар холодной войны. Это 60-е, конец 60-х, начало 70-х годов. И поэтому у нее коэффициент кругового отклонения, то есть от точки прицеливания, она может отклониться на 200-300 метров. В условиях современной войны это все равно, что промазать. Не попасть в цель. Но, как, допустим, если цель имеет огромную площадь, для ядерного заряда это было тогда неважно, 200-300 метров, а вот большая площадная цель, допустим, жилой массив, 200-300 метров, к сожалению, она все равно попадает и наносит разрушение либо объекту инфраструктуры, либо жилому комплексу какому-нибудь. Вы говорите, что эти ракеты с разгара холодной войны еще остались. Как вот это вот полстолетие сохранения, консервации влияют на особенности эксплуатации, что ли, таких ракет? На техническую исправность, да, влияют. И вполне возможно, что будут случаи, нередкие будут случаи отказа этих ракет. Она может просто падать, не запускаться после отстегивания от подвеса. Или может вообще улететь в любую другую сторону. Все что угодно может быть. Но единственное, что они перед тем, как их повесить под крылья самолета, они проверяются тестами, специальные тесты. И если ракета проходит тест, то есть она показывает, что она технически исправна, то тогда она допускается к стрельбе. Вот тот процент ракет, которые не проходят тест, к сожалению, мы на сегодняшний день не можем сказать, не знаем его. Но я думаю, что он довольно высокий, с учетом того, что они так долго хранятся. Какие-то, простите, подсчеты, сколько таких Х-22 мог Шойгу насобирать у своих партнеров? Ну, трудно сказать, сколько мог насобирать у партнеров, но скажу так, что запасы Советского Союза, скорее всего, исчисляются как минимум 1000 единиц, если не больше. 1000 единиц? Я хотел бы уточнить. Вот он, где-то так. Вы говорили о том, что он ездил в Северную Корею, в Китай, на Кубу. А что у них были вот такие вот ракеты, которые были предназначены для несения ядерных боеголовок? Ну, Советский Союз же продавал, а, видимо, еще не столько, наверное, Советский Союз. Ну, Северной Корее и Кубе мог Советский Союз продать. И на Кубе они могли остаться еще после ухода советских войск, быть переданными Кубе. А еще ж могла, Китаю, допустим, могла продать Российская Федерация. Видимо, он знал, где искать, раз поехал, обратился. Ну, на Кубу он не ездил, а нет такой информации. Он обращался к кубинцам. Вот это такая информация есть. Поэтому, видимо, они знали, к кому можно обратиться и где и такие ракеты могут быть. Кстати, Северная Корея сказала, что они посмотрят, какие ракеты можно адаптировать к пусковым установкам «Искандер». И можно ли? На сегодняшний день, я так понял, что ничего они не смогли адаптировать, и Россия осталась у разбитого корыта в этом отношении. А почему не смогли адаптировать? Это такая хитрость? Ну, дело в том, что ракета — это сложное техническое инженерное изделие. И не просто так поставить одну ракету на другую пусковую установку. Все делается в комплексе. Пусковая установка создается под ракету. Или наоборот, при наличии ракеты разрабатываются разные виды пусковых установок. То есть тут должны голову ломать конструкторы, и это задача не одного месяца, а может быть и не одного года. Угу. А скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что вот эти ракеты запускаются сейчас с стратегических бомбардировщиков Ту-22?
Нет, эти, да, они могут запускаться 122, но в основном используются самолеты-истребители. Истребительная авиация, она же, соответственно, и называется. Современные самолеты идут многоцелевого использования. Он называется истребитель-бомбардировщик. И он может нести на подвесе до 2 ракет и может выполнять функцию либо бомбометания, либо отстрела ракет. А Ту-22 в основном использовались только при бомбардировках завода «Азовсталь», потому что он был в состоянии поднять 3-тонную бомбу. Вот эти сверхтяжелые бомбы, которыми бомбили завод. Вот там нужен был Ту-22М3. А стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия, типа Ту-95 «Медведь», вот они используются для пуска стратегических ракет типа Х-101. Или Х-55 с дальностью пуска до 2000 километров. Вот их пускают с акватории, они базируются в Энгельсе, это город-спутник Самары, и они выходят над акваторией этого Каспийского моря и производят пуски по территории Украины. Применялись и такие ракеты, Х-55 и Х-101, да? Да, применялись, причем по Одессе, по Львову, по Киеву применялись и, по-моему, не то по Житомирской, не то по Ивано-Франковской. То есть уже где-то 5 или 6 случаев применения именно с стратегической дальней бомбардировочной авиации. Угу. Скажите, пожалуйста, вот если все-таки вернуться к теме российского наступления на Донбассе в районе Северодонецка и Лисичанска. Можно ли сегодня говорить о том, что оно захлебнулось, или что оно выдыхается, или это слишком оптимистической будет оценкой? Нет, я скажу, что можно сказать, что оно выдыхается. Еще не окончательно, но оно действительно выдыхается. И одним из факторов или признаков такого выдыхания служит то, что они начали снимать войска с других направлений. Такого никогда не было с самого начала войны России против Украины. А тут мы наблюдаем снятие войск с запорожского направления. И, кстати, до сих пор они, видно, куда-то далеко идут. Потому что даже на сегодняшний день мы еще точно не знаем, куда перемещаются эти войска. Я предполагаю, что они все-таки идут на Северодонецк. Некоторые высказывают аналитики, что они идут на Херсонское направление. Но там нет такой большой угрозы нашего прорыва или нашего наступления. А вот Северодонецк, с учетом того, что у них новый дедлайн до 22 июня взять его, скорее всего, они могут перемещаться туда. А вот стоит ли ожидать какого-то нападения опять-таки с территории Беларуси, потому что, ну вот, что ни день, то новое заявление, то вокруг Киева ничего не происходит, то исключать новое наступление на Киев нельзя. Вы как оцениваете возможность вовлечения Беларуси в большую войну? Ну, Белоруссию, если все-таки и вовлекут в большую войну, то она будет наносить удар вдоль западной границы Украины. Потому что другого смысла вовлекать Белоруссию в эту войну нету. И это открытие, это было бы для Путина очень хорошим подспорьем в плане открытия второго фронта и в плане попытки, допустим, отсечь Украину от западной помощи. Другого я военного как бы обоснования вмешательства Белоруссии в войну не вижу. Тем более, что на киевском направлении мы же не сидели 3 месяца сложа руки. У нас уже мы и границу оборудуем в инженерном отношении, и рубежи обороны, и формируем территориальную оборону, и войска там у нас тренируются. То есть второй поход на Киев даже с 2000-й группировкой – это будет нерешаемая задача. А Белоруссия сегодня может выставить максимум 20-25 тысяч. Поэтому попытаться на Волынско-Львовском направлении попортить нам нервы, да, они могут. Но вероятность такая пока что невысока. Ну, как далеко они могут зайти на той же Волыне, где болотистая местность, и там, в принципе, не пройдешь? В том-то и вопрос. Но они могут и через Ровно пойти. Тут вопрос, в принципе, главное отсечь. Цель-то главная – перервать связи.
Вот. Но там, где местность немножко получше, чем на самой Волыни. Но я думаю, что это один из факторов. Видите, они постоянно топчутся в Брестской области, в основном в Брестской области, создавая нам угрозу и вынуждая нас держать там определенное количество войск, не давая его использовать на других направлениях. Это, кстати, тоже влияет на наш успех на Восточном фронте. И там же болот нет, но, если я не ошибаюсь, там лесистая местность, и там тоже, в общем, как говорится, люди без дела не сидели, сложа руки. Легко предположить, что там готовы встретить их, имеются соответствующие инженерные сооружения. И, в общем, там к обороне готовились, я понимаю, с самого начала войны. Да, с первого дня войны, я думаю, что там готовы мы к встрече. И, кстати, вот по данным разведки, разведка говорит о том, что белорусские военные очень активно изучают ролики, там, где ведут боевые действия вооруженные силы Украины. И как бы там ни говорили про вырванные слова из контекста, но одно из последних заявлений Лукашенко при якобы обращении к народу Беларуси, он любит там выйти якобы пообщаться с людьми. Так он же сказал, что вооруженные силы Украины оторвут голову любому, кто вторгнется в Украину. Особенно, если это будут нацики. Вот. Так что он, кстати, сам, получается, формирует в обществе антивоенное настроение, и в армии в том числе. Но при этом он пытается развернуть свою армию на 35 тысяч человек, увеличив ее, доведя численность военнослужащих до 80 тысяч. Быть точным, он сказал, что снесут голову всем, кто попытается переделить Украину. Вот так вот там звучало в оригинале. Ну, дословно так. Но в любом случае это высказывание прямой угрозы для своего населения, что если мы пойдем в Украину, то нам просто оторвут голову. Ну а все-таки, Олег Владимирович, скажите, вы сами-то верите в то, что белорусы пойдут в бой? Я очень в этом сомневаюсь. Но, с другой стороны, я не сбрасываю со счетов, что сила приказа может все-таки заставить их вступить в этот бой. Чем он закончится для белорусов, трудно предположить. Пойдут они сдаваться в плен или будут нести потери, так как россияне? Думаю, что нет. Поэтому тут 50 на 50. Угу. Такие потери, как россияне, или все же больше? Ведь белорусы не воевали со времен Второй мировой, как минимум. Я думаю, что даже большие потери они могут понести в боестолкновении с нашими войсками. Особенно если там попадутся бригады или подразделения, которые были ротированы с восточной части Украины, имеют реальный боевой опыт и знают, что такое боестолкновение, ближний бой, что такое контактный бой. Да, тогда белорусской армии вообще будет не судьба. Олег Владимирович, хотел бы к вопросу об артиллерии вернуться. Все-таки как вы оцениваете ход поставок новейших систем? Отстает от графика? Опять-таки, вот в этих публикациях, которые мне пришлось вчера-сегодня читать, в частности, вот сегодняшняя статья, подробная в газете «Guardian», говорила о том, что нам надо в 10-15 раз больше, что то, что пока поставлено, явно не хватает. Действительно так все плохо? Не, почему? Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, никакого графика не существует. Кто видел график? Где он? Да, действительно. Это первый вопрос. Второй вопрос, смотрите, ведь это все, что мы сегодня получаем, это всего лишь грантовая помощь вот стран там Рамштайна, да, конференции в Рамштайне. Или как мы нам очень нравится, мы ее называем, допустим, антипутинской коалицией. То есть кто что может, тот или кто что хочет, тот нам и передает, если есть такая возможность. Потому что сколько раз страна-правообладатель или страна-производитель оружия нам не давала возможности, тот же Израиль, допустим, не давал возможности нам передать вооружение, находящееся у третьей стороны. Вот. Поэтому это вне графика, это помощь, и она, к сожалению, она очень мала. Но это все, что мы смогли выбить с наших стран-партнеров или выпросить их у них. А вот ленд-лиза, действительно массового поставки вооружения в необходимых количествах, мы еще с вами не дождались. Нам надо еще немножко подождать. Немножко это сколько, если не секрет? Я понимаю, что информация наверняка секретная, но
тем не менее. Мы можем с вами порассуждать. Смотрите, вот ошибка в том, что все отталкиваются от даты 9 мая, когда Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. А на самом деле надо отталкиваться от того дня, когда Байден подписал закон о финансировании ленд-лиза. И именно в этот день американская пресса сообщила о том, что после подписания закона военнослужащие армии США начали отгрузку техники на судно обеспечения военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. То есть это где-то, по-моему, 15 или 16 мая произошла подпись, началась отгрузка, ну сколько пароход грузится, где-то неделю. Потом еще две недели как минимум идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога и только потом Украина. Так что где-то ждем к концу июня, началу июля мы можем ждать поступления ленд-лиза, первые поступления ленд-лиза в Украину. Но вы согласитесь с оценками, которые тоже появились в западной прессе, что столь болезненная реакция в Москве, скажем, на сообщение о том, что будут таки поставляться системы реактивного залпового огня вроде «Хаймарс», связано с тем, что это может предоставить кратное преимущество в огневой мощи вооруженным силам Украины? Конечно. Конечно, согласен. Так мы, смотрите, мы с вами на примере Северодонецка разобрали, как ствольная артиллерия помогла не только выиграть контрбатарейную борьбу, а помогла остановить наступление, сорвать наступление по всем направлениям российских войск. А теперь добавьте сюда реактивные системы залпового огня. Это мы сможем контролировать ближайшую глубину до там, 40-50 километров от линии фронта. А что это за глубина? В этой глубине находятся резервы войск, резервы техники, склады боеприпасов, склады ГСМ, склады продовольствия и пункты управления, и пункты связи. Это, а без них, без этого всего фронт не может воевать. Вот поэтому в России такая паника. Значит, вы нам советуете набраться терпения и ждать конца июня, начала июля? Ну, примерно. Мы с вами график, конечно же, не знаем. Скорость парохода мы не знаем. Но примерно вот такая ориентировка. Ну, кстати, тогда можно сюда подложить, допустим, заявление генерала Буданова, начальника ГУРа Министерства обороны Украины, который сказал, что вторая половина лета, контрнаступление, вторая половина лета, даже ближе туда, к августу. И все же, появились в последнее время тревожные предположения о том, что российские войска, даже, скажем, российское верховное командование может действовать примерно вот в такой логике, я сейчас ее обрисую коротко, что потерпев неудачу с масштабным наступлением на Востоке, Путин со своими генералами, адмиралами и прочими там высокими военными начальниками может развернуть, скажем так, вторую акцию отмщения Украине и начать новое, я бы не сказал наступление, новую операцию против Киева. Это может быть не обязательно наземное наступление, но, скажем, кампания массированных бомбардировок и ракетных обстрелов. Не соглашусь, потому что нечем. Нечем. Российская, вы знаете, что российские воздушно-космические силы России сегодня пошли снимать с хранения 200 самолетов советских, которые стоят там с советских времен на хранении. Это говорит о том, что очень мало осталось летного парка. А на эти самолеты же надо будет посадить пилотов. А мы с вами не раз говорили, что выпускники училищ, помните, как говорил маэстро, что 3 месяца училища, взлет-посадка, да? Вот они навоюют, конечно. Поэтому я думаю, что просто нечем. С ракетами проблема, да, с бомбами не проблема, но ни один самолет Российской Федерации не хочет залетать в глубину Украины. Это говорит о том, что наше ПВО от самолета выполняет свою задачу, то есть держит небо. Поэтому я вот боюсь больше, что начнется война на политическом фронте,
И Путин ее действительно начинает разворачивать. И вот тут нам надо будет выдержать еще одно наступление со стороны России по принуждению нас, допустим, к тому же Минску-3. Да, мол, ну, погорячились, завоевали, давайте там мириться, перемирие и все остальное. А в военном отношении без оперативной паузы где-то в 5-6 месяцев он не соберет ничего путного для того, чтобы изменить ситуацию на фронте. Ни в сухопутном отношении, ни в воздушном отношении. 5-6 месяцев при условии, что Украина будет сидеть и ничего не делать? Ну, конечно. Ну, хотя бы, ну, или, допустим, будут идти позиционные бои. Вот сейчас, когда наступит, когда они полностью выдохнутся в наступлении, наступит оперативная пауза и начнется гонка. Кто быстрее? Либо Россия сформирует хотя бы какой-то оперативный резерв, там, 1050-70, для того, чтобы возобновить наступательные действия и все-таки выполнить поставленную задачу. По, хотя бы по Луганской и Донецкой области. Либо мы получим вооружение по ленд-лизу, освоим его и сформируем группировку для контрнаступления. Тут реально будет сейчас кто быстрее. Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, Олег Владимирович, за ваши комментарии. Олег Жданов, военный эксперт, полковник в отставке, был с нами на прямой связи.